Итак, ассаламу алейкум. Мы продолжаем проходить ряд видеоуроков, подробно разбираем каждую суру, знаменитых сур последних 20 Корана. Сегодня на очереди у нас сура Аль-Кариа. Сура Аль-Кариа. Давайте начнем. Говорим «Ауду биллахи минаш шайтанир раджим». И начинаем. Бисмиллахи рахмани рахим. Итак, смотрим. Здесь алиф у нас не нарисован, но мы знаем, что эта сура начинается с «А». Поэтому мы читаем «А». Как ее узнать? Надо знать слова арабские. Поэтому можно посмотреть в интернете, как первый аят начинается, набрав, да, сура Кориа, первый аят. И там в Коран онлайне можно послушать, прослушать. Поэтому давайте. «Эль» будет здесь, ладно? «Эль» дальше. Буква «Ков» с удлинением. Удлиняется она не из-за вот того, что здесь это удлинилось. Удлиняется она из-за алифа. Вот «Ков» плюс «А» и плюс «А». «Ков» будет. «Аль-ко-ри-а». Так как у нас конец аята, значит «Т» у нас отпадает с этой огласовкой, остается «Х». Аль-Кариа. Дальше идем. Второй аят. Ма не будет удлиняться, потому что пришел сакун. Значит, маль. Маль-Кариа. Следующий аят. Ва-ма. Вот эта вот волна, это большое удлинение. Четыре алифа тянем. Вама ад ро. Вот запятая, это удлиняет ро. Ад ро ка. Дальше. Мал. Мал. Ко. Ри. Это тоже конец аята, поэтому с буквы «Х» будем останавливаться. Кориа. Следующий аят. Яу-ма. Яу-ма. Я-ку-ну. Потом это пропускаем. На «нун» переходим сразу. «Нун-на-су-кел-фа-ро-ши-л-маб-су-с». Видите? Две «с», они не свистящие, глухие. Кончики языка выходят. Су. Поэтому так проговариваем. Очень внимательно. Мабсус. Следующий аят. Ва. Та. Ку. Ну. Л. Нуль. Джи. Ба. Лю. Кел. Кел. Ай. Ай. Буква «Ай» с «И» как будет? Ай. Кел. Ай. Кел. Ай. Буква «Х» с укуном. Ай. Нил. Ман фу ш. Дальше. Фа амма. Фа амма. Ман фа. Кончик языка выходит. Сакулет. Сакулет.
Дальше читаем. Ма ва зи. Видите, вау будет удлиняться из-за того, что здесь запятая. Зи будет удлиняться, что здесь я. З плюс И плюс И, зи. Ма ва зи. Ну. Так будем останавливаться. Дальше. Фа ху ва. Фа ху ва. Фи. Будет удлиняться из-за я, то, что к нему приклеено. Фи. Буква айн сейчас тоже здесь будет удлиняться. Ай. Ша. Цин. Ша не будет удлиняться, это не удлинение, это просто для красоты их так растягивают. Айша тин. По таджвиду здесь будет соединение. Вот это не тин, который не, она будет соединяться с буквой ро. Тиро. Айша тиро. Ро удлиняется. Дальше. Ды я. На выдохе. Родыя. Родыя. Дальше следующий аят. Ва. А. Ма. Ва. Амма. Ман. Хо-фат. 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 Ма. Что будет делать вау? Удлиняться. Ма-ва-зи. Тоже будет удлиняться. Ма-ва-зи-ну. Дальше. Фа умму ху. Вот его удлинение. Фа умму ху ха. Тоже удлиняем. Ха вия х. Вия. Ха вия. Следующий аят. Вама. Удлиняем 4 алифа, вот его удлинение. Вама. Ад. Ро. Ка. Ма. Хи. Я. Ма. Хи. Я. Следующий аят. Нарун. Нарун. Ха. Ха не скажите. Ха гладко, без скрипов. Ха. Ми. Я. Ха. Ми. Я. Оставляем положительный комментарий, ставим лайки. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, принес пользу. Ждем следующего урока. Ассаляму алейкум.